Череда происшествий в Рязани продолжается. На этот раз забор упал на автомобиль во дворе дома по улице Вишневой. Пострадавших нет. На место прибыли сотрудники управляющей компании. Они поделились своей версией случившегося. Ну, плита уже со временем. Как его? Прочность потеряла свою. Плюс ветка еще. Деревья мокрые. Завалило плиту. Дерево упало на плиту, и плита дальше рухнула. Муж владельца автомобиля отказался комментировать ситуацию. У него есть заботы поважнее. Как рассчитать ущерб и кто будет выплачивать компенсацию? В данной ситуации понятно, что человеку необходимо требовать возмещения ущерба с той организации или с того лица, который отвечает за состояние вот подобной конструкции. Понятно, что изначально делается запрос в администрацию города Рязани или в товарищество собственников жилья, или управляющую компанию. Автомобиль получил серьезные повреждения, которые препятствуют его эксплуатации. На неопределенное время семья осталась без транспортного средства. А между тем неосведомленные автомобилисты продолжают парковаться рядом с аварийным забором.